Анонимный мастер Лисборна, живописец Вестфалии XV века. В 1465 году этот художник выполнил запрестольный образ для бенедиктинского аббатства Лисборна, от которого и получил данное ему имя. Есть и другие приписываемые ему работы или его окружению, в частности, алтарь истинного креста. Панели рассеяны и некоторые даже вырезаны. Две неповрежденные панели находятся в Национальной галерее Лондона. В работах мастера влияние Рейнской школы и мастеров Брюгге. Художник не обладает таким же чувством реализма, как Ян ван Эйк, но его индивидуальность заключается в чистоте его рисунка и деликатности изображений. Концентрируется внимание на архитектуре, ландшафте, драпировке тканей, выражении и изяществе лиц, будь то Благовещение или Перенесение во храм. Перспектива и объемы зданий переданы с точностью. Такое же внимание уделяется драпировкам и обработке тканей, разнообразию мощения храма и деталей, изображающих на колоннах храма статуи Моисея и Давида, считающиеся предками Христа и свидетельствующие о его царском происхождении. Личность художника была предметом различных предположений. Предположение Райнхарда Каренброка, отождествляющего его с Йоганном фон Зустом, остается неопределенным как по документальным, так и по стилистическим причинам. Находящийся в главном алтаре церкви Лисборна, выполненный запрестольный образ, давший художнику имя, был освящен в 1465 году вместе с другими второстепенными алтарями. Когда монастырь распался в 1807 году, работа была продана, разделена и рассеяна. Основные части, некоторые из которых фрагментарны, сейчас хранятся в Национальной галерее в Лондоне, в Вестфальском государственном музее искусства и истории культуры в Мюнстере и в частных коллекциях. Запрестольный образ имеет значительные размеры, примерно 200 на 140 сантиметров для всего панно. Благовещение занимает только четверть одного из двух панелей, имеет размеры
98,7 на 75 см. У алтаря нет двух складывающихся крыльев, как обычно, а наоборот, картины расположены рядом друг с другом. Историк искусства Пол Пипер предложил следующую реконструкцию. В центре распятия. С одной стороны креста Мария со святыми Космой и Дамианом, а с другой апостол Иоанн, святая Схоластика и святой Бенедикт. Четыре ангела, собирающие кровь, капающие из ран. Панель была вырезана, и остались только голова Христа, четыре ангела и две группы по три человека. Голова и группы людей находятся в Национальной галерее в Лондоне. Четыре головы ангелов находятся в Государственном музее искусства в Мюнстере.
Из поклонения волхов остались только короли. Фрагмент с изображением ребенка и короля находится в Национальной галерее. Головы двух других королей находятся в Государственном музее искусства Мюнстере. Принесение во храм находится в Национальной галерее. Картина «Распятие со святыми» из Национальной галереи Лондона, возможно, была задумана как предела для алтаря в аббатстве, даже если она не является частью главного алтаря церкви. Слева направо мы видим святую с халатиком, Мария Магдалина, Анна, Мария, Христос, Иоанн Богослов и апостол Андрей, Бенедикт, Агнес. Анна написана в стиле селдбрид, с Мэри и ребенком. Апостол Андрей несет крест, а Агнес в сопровождении своего ягненка.
Мадонна с младенцем и донатором. Национальная галерея в Лондоне. Донатор одет в черную одежду монаха-бенедиктинца. Картина является ранним образцом Мадонны типа Розария. Это центральная панель алтаря бенедиктинского монастыря Герцерброк, Вестфалии, часть которого находится в Мюнстере. Написана, вероятно, после 1470 года. Святая Доротея и Святая Маргарита – два фрагмента большой картины, на которой, вероятно, изображены Богородица с младенцем в саду в окружении святых Доротеи, Маргариты, Екатерины и Агнес. Эти фрагменты уже довольно большие – 80 на 48 сантиметров каждый. Святая Маргарита носит головной убор из жемчуга, она держит посох, увенчанный крестом, и цепь, на которой сидит дракон. Согласно легенде, она справилась с ним этим крестным знаменем. Панели происходят из часовни в Липштадте, Вестфалия.